бобры, взять бобро. Копает. Копай ему спину. Это он хрюкает, я не пойму. Ой, вот как все сюива. Ну так он так и есть. Ну да. Птичка. Раскопки продолжаются. Показался хвост. О, видите хвост? О. О, бачите, да? Как его вытягнуть отсюда? Смотрите дальше. Ой-ой. Коля решил бобра за хвост потянуть. Смотри, чтобы не укусить.
сказал зацепить. Снимай пока. Снимаю, я вот и спрашиваю. Хитрую схему делать. Но это не значит, что что-то получится. Ай, говори. Ты что, будешь обкручивать этой цепочкой вокруг хвоста или что? Так я не знаю. У него там что, ручка что ли приделана? Получится? Я понимаю, там еще... И шапку не взял. Фу ты, елки-палки. Помоешь голову. Я вымажу сумку, а потом голову сюда вставлю. Лапы уберите. Я не могу представить. Ай! 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 Текайте! Ты его с собой убегаешь. Стоять! Ух, ты говоришь, он спокойный. Ничего себе. Боже, как ты его там зацепил. Я не знаю, как его вцепил. Куда его девать дальше? Ой, мама! Домой. Иди, иди. Дрессированный. Мы тебе премию дадим, капусту. Иди домой. Домой. Что выставил тебя? Тебя снимать будут. Домой, домой. Вот поворачивай. Не, поворачивай. Закрой же, а то он сейчас вылезет. Он за... Душ. Морковки ему накопать. Сейчас у него уродит дерево что-нибудь. О! Боже, кошмар. Он думал, вообще уже ни на что не реагирует. Он и там не реагирует. Грязно. Ты же грязный, собаки его грязью обуют. Вот душа стала, нифига себе. Ты вообще как свинья, его можно же взять себе и все, и обнимать. Нет, вот брать его, пожалуйста, не надо. Его помыть бы, Слана. Ну, помыть бы. Ой, его надо было помыть сначала, а потом сюда толкать. Ёлки-палки, забыл, не подумал. Ну, все не обдумал. Все же можно... У него же попал. Помыть же нашему клиенту. Вы делали не в таком этом стало, правильно? Я знаю, где был? Володь. Да, просто на голову.
Ого, ты пингер. Ну как его мешок посадить? Он придумал мешок, он шириной как мешок. Дима, придумал сказки. Он все равно в грязи еще. Вот так вот смотри, на морду. Я в мешок сейчас в грязь, Дима. Да что не про что? А я тихо. Лапы затряли. Что такое? Что? Куда я знаю? Дима уже представил себе, как это будет. Давайте кто-то возьмет с этой стороны. Да? Так найди. Блин, ты что ты по одному месту пьешь? Так садите его, ну что вы стоите? Все, пока что. Завязывай. Чем пальцем? Нет. Он сейчас развернется и уерет. Веревка. А веревка есть же какая? Проволока, веревка. Я возле него. А ты не думала? Я думала. Все, погоним. Кто снимает бобров, погоним. Дайди мне веревку отрезать чем-то. Дима, ты хватал того тренажера. Есть веревка. Ну, вот это когда. Как сон ты же такой. Операция «Бобры И» продолжается. А, он в машину идет, он ехать хочет. Возит обратно. Куда ты ему ногу даешь? Он тебе туфель съест. Втекай, Иван! Дима, объясни ему, где глубина. Сейчас он мне объяснит, где глубина. Что ужас. Сам не упади. О, слушай, а что он так тяжелее стал? Ну, а мог же. А, ну, мог. А как эти спаниели будут стоять? Какие спаниели будут? Ну, что, ну, давайте его как-то... Ну, ладно, знаешь, что сделай, Влад? Сними башмаки свои, потому что если ты будешь бежать с этими валенками, ты зацепишься за траву. Оступай. Влад, именно так это и было, тебе это не показалось. Я тебе говорю, Влад.
ты снимать, потому что ты зацепишься. Повтори еще раз. Да, спасибо. Я думаю, мы сейчас у тебя будем роды принимать. Я не заснял самый страшный кадр. Бобер чуть не завалил Влада, а я не включил камень. Вот его, как всегда, за него.